На стандартах невнимательно сыграли и за счет этого проиграли. Ну, не надломило, например, то, что вратарь сегодня у Интера, можно сказать, поймал кураж. Достаточно вспомнить твой голевой эпизод, когда ты пробивал уже наверняка, что называется, но он среагировал на удар. Ну, надо просто было больше ударов наносить, может бы и пробили вратаря. Больше ударов бы по воротам, там с дальней дистанции, больше подачи, было бы больше моментов и могли бы забить спокойно. Я не знаю, нам говорили играть через фланги, чтобы подачи больше шли. А мы некоторые раз неправильное решение принимали и теряли мяч. И нам контратака. Складывается такое впечатление, что вы все свое везение оставили там, на выезде? Да, наверное. Там больше моментов было, чем сегодня у них. Настраивались на игру так же, как и в тот раз. Хотели выиграть, но выйти там уже и полегче команды были бы. Ну, видите, так получилось у нас. Не до конца доиграли, где-то тренера, установки тренера не выполнили, так и получилось нам. Два стандарта, два гола, и там уже в конце гол. Удачи в дальнейшем. Что запомнишь ты в этом матче на всю жизнь и что вынесешь в себе в построение своей карьеры? Было интересно просто попробовать себя на такой уровень. И это бесценный опыт просто для нас. Проиграли. Но я надеюсь, еще раз увидимся с ними когда-то. Мы начали здорово вообще, а вот уже потом начали передерживать мяч. И я начал, и с фланга начали другого, и в середине. И начали с потери много. И они начали атаковать, раз, два, три, мы подсели и забили, и все уже. Тогда уже все пропало, то, что мы начали нормально. Во втором тайме, во всяком случае, ты был очень близок к тому, чтобы гол организовать. Да, вот если вспомнить дальний удар, если в самом конце вспомнить твой жест отчаяния, когда ты уже проходил, четырех игроков накрутил, но тебе просто не хватило завершающего удара. Да, это все равно не считается голом. Гол – это когда в сетке мяч. А так просто пробил момент и все. Хотелось бы, конечно, забить, но не получилось сегодня, не пошло. Чтобы забивать, нужно больше создавать. Что сегодня вот в атаке не получилось? Не получилось у нас подавать. Нам дали задачу подавать с фланга, потому что вы видели, опасные моменты были, когда мы подавали. И просто, мы передерживали мяч, я же вам сказал, и мы не подавали. Там хотели обыграть или назад отдавали. Именно вперед не отдавали передачу. И из-за этого у нас было меньше моментов. Мы не наигрывали нападающего своего. С появлением двух нападающих, когда появился Исаенко и Ващишин, да, собственно, стало больше агрессии. Да, мы начали подавать. Могли забить, конечно. Мы могли вообще нормально, 2-2 сделать счет, когда уже 2-0 горели. Не получилось. Просто не хватило силы последней. Может быть, вам просто с жеребьевкой не повезло сразу на фаворита попасть? Да нет, первые, когда мы сыграли 2-2, никто не говорил, что нам не повезло. А вот просто они нас узнали, они нас недооценили, наверное, когда мы играли в Италии. А сейчас они уже разобрали нас и 3-0 пить.